Уважаемые друзья, всем привет! Сейчас я хочу вам показать видео от подписчика моего канала. Есть такая начинающаяся рубрика, уже там это всего лишь третье видео будет. Вот рубрика «Видео от подписчика» называется. Кому интересно, присылайте свои видосы на мой номер, Viber, WhatsApp. Номер будет вот тут вот, телефона моего. Вот. Конфиденциальность я гарантирую, если она того требует. Если там где-то чье-то там лицо, кто-то не хочет попадать в кадр и светиться в интернете, это я как бы могу все вырезать. Это я гарантирую. Вот. Ну, опять же, кадры природы, кадры животных, не надо там присылать какой-то там трешак, где там добыча какая-то и прочее, ну там кровь, мясо, кишки, такое не надо. Вот. Присылайте кадры природы, животных, птиц, то есть там рыбалка какая-то, еще что-то. Вот можете написать свое имя или там фотографию прислать. Вот я опубликую все это дело на своем канале. Вот, а сейчас смотрите видео о том, как Сергей, подписчик моего канала, подошел к самцу косули весной с такими вот понтами, с рожками, козлик. Вот. Приятного вам просмотра. Вот он мой первый козлик. Должен быть. Не видит меня. Худой. А нам родней мороз и ливни, а нам вкуснее чай из котелка. Рыбак-охотник — это образ жизни, что поколениями идет через века.